Эй, Гарри, у Плаксы Миртл что-то случилось. Она очень расстроена. Неужели больше, чем обычно? Ага, ее рыдания слышны от самой парадной лестницы, а коридор рядом с туалетом опять затопило. Надеюсь, это не очередное нападение? Пока не знаю. Пошли посмотрим. Привет, Гарри, поторгуем? Чем-нибудь в меня пошвыряться? В тебя чем-то швырнули? Да, швырнули. Вон валяется. Будь осторожен. Папа говорил мне, что некоторые книги очень опасны. Похоже на старый дневник. Подписано Т.Н. Реддл. Кто бы он ни был, он не написал ни строчки. Страницы совершенно пусты. Привет, Гарри Поттер. Меня зовут Том Реддл. Я в Хогвартсе. Здесь происходят ужасные вещи. Ты знаешь что-нибудь о тайной комнате? Конечно, я знаю о тайной комнате. На 5-м году моего обучения она была открыта. Чудовище вышло на свободу и убило девочку. Да, я поймал того, кто открыл комнату, и его исключили из школы. Если хочешь, я покажу тебе, как это было. Я могу показать тебе свои воспоминания той ночи, когда я его поймал. Гарри был ошеломлен тем, что увидел в воспоминаниях Реддла. Ну давай, пора нам с тобой убираться отсюда. Хороший мой, иди сюда, иди в коробочку. Все хорошо, ну иди, давай. Вот умница. Добрый вечер, Рубеус. Чё это ты тут забыл, Том? Всё кончено. Не думаю, что ты и впрямь хотел кого-то убить, но из монстра домашнего зверька не сделаешь. Он никого не убивал. Давай, по крайней мере, в Хогвартсе должны быть уверены, что тварь, убившая эту девочку, уничтожена. Это не он! Нет, он никогда, он не может! Отойди в сторону. Нет! Гарри знал, что по странному стечению обстоятельств Хагриду всегда нравились самые жуткие чудовища. Но точно так же он знал, что Хагрид просто не способен убить кого-либо. Должно быть, Реддл схватил не того человека. Может быть, на людей нападало совсем другое чудовище? Да сколько же тут, по-твоему, этих чудовищ? Мы знаем, что Хагрида исключили из школы. И после этого нападения прекратились. Иначе Реддл не получил бы свои награды. Дневник Реддла! Он исчез! Что? Но его мог украсть только гриффиндорец. Все остальные не знают нашего пароля. Вот именно. Убивать! Время убивать! Опять этот голос! Эй! Вы ничего не слышали? Лично я нет. Гарри, по-моему, я кое-что поняла. Мне нужно в библиотеку. Но профессор МакГонагалл сказала, чтобы мы никуда отсюда не выходили. Только на уроки. А мне надо поговорить с Хагридом. Если в прошлый раз чудовище освободил он, то ему наверняка известно, как попасть в тайную комнату. Хижина Хагрида в лесу. Но ты это и без меня знаешь. За мной, Гарри!
Алла Амора! Тише! Я только что видел, как в хижину Хагрида вошел кто-то очень похожий на Люциуса Малфоя. Плохи твои дела, Хагрид. Очень плохи. 4 нападения на полукровок. Дело зашло слишком далеко. Как председатель попечительского совета, я просто обязан что-то предпринять. Например, забрать тебя отсюда. Забрать меня куда? В Азкабан? Боюсь, что так. Мне очень неприятно сообщать об этом, Дамблдор, но все 12 членов попечительского совета полагают, что вам пора отойти от дел. На данный момент вы временно отстранены от выполнения обязанностей директора Хогвартской школы. Если попечители требуют моей отставки, разумеется, я подчинюсь им. Нет! Однако заметьте, я не уйду из школы, пока здесь будет хотя бы один человек, который доверяет мне. И еще запомните, здесь, в Хогвартсе, тот, кто просил помощи, всегда ее получал. А тот, кто что-то ищет, пусть, значит, за пауками идет. За пауками, говорю. Они-то уж выведут, куда надо. Это тогда все понятно будет. Ну, я все сказал. Что ж, Хагрид, нам пора. Я уже, да, иду. Ну, мы и влипли. Без Дамблдора нам крышка. Теперь, когда он ушел, нападения будут каждый день. Смотри, вон там. Похоже, они направляются в запретный лес. Алла Амора! Туда не забраться, слишком высоко. Гарри, я тебя подсажу. Придется тебе одному идти в запретный лес. Удачи, Гарри! Алла Амора!
Дипиндо! 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 Ugh.
Дипиндо! Алла Хамура! Дипиндо! 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 Флипендо! Арагог, здесь человек. Это Хагрид? Нет, но я его друг. Хагрид в беде. В беде? Но зачем он прислал тебя? Говорят, что Хагрид выпустил на свободу чудовище, спрятанное в Хогвартсе давным-давно. Один раз оно уже убило кого-то. Это был я. Хагрид вырастил меня, а потом отпустил на свободу. Но я никогда не возвращался и никогда никого не убивал в Хогвартсе. Так чудовище из тайной комнаты — это не ты? Нет, это древнее порождение тьмы, которого мы, пауки, смертельно боимся. Это оно убило ту девочку в туалете, а не я. Спасибо большое. Я, наверное, пойду. Пойдешь? Не думаю. Мои сыновья голодны, и я не могу лишить их свежего мяса. Прощай, друг Хагрида. Если я разрежу паутину с заклинанием Дефинда, Арагог свалится в яму. Съешьте его, дети мои! Съешьте его, дети мои! И от Локонса есть какая-то польза. Rictus Sempra. Здорово, Гарри! Я нашел папину машину. Но у меня ужасная новость. Гермиону заколдовали. Что? Быстрее в школу. Залезай! Залезай!